Главный смысл программы социальной газификации – отсутствие платы за прокладку трубы до границ участка. Все расходы берет на себя Мособлгаз, который делает это самостоятельно либо с помощью подрядных организаций. А вот позаботиться о том, чтобы газовая труба зашла в дом, владелец должен самостоятельно. Иван Федоров живет в Подольске. Жилье в деревне Белеутово используют как дачу. Газификация избавит его от кучи проблем. Никакого отопления, кроме печного, в доме нету. Вот. Но печь, сами понимаете, достаточно накладная. И по финансам, и к тому же надо на зиму что-то готовить. Для этого заготавливать какие-то дрова, там, уголь, еще что-то. Вот. Поэтому решил воспользоваться такой возможностью, которую предоставляет правительство. Услуги по заведению газа в дом также предоставляет Мособлгаз. Сам процесс с установкой необходимого оборудования занимает в зависимости от сложности работ от 5 до 8 часов. Цена за газификацию дома зависит от многих факторов. Иван заплатил 120 тысяч рублей. Перед началом процесса составляется проект. Рабочие стараются сделать так, чтобы клиенту было максимально удобно пользоваться газовым оборудованием. Не важно, мне важно, куда краник. То есть краник где-то вот сюда делаю. Ну, либо да. В углу могу оставить, а вот это так и будет уставить? Да, нет, это может быть потом перегрязать. Давайте, наверное, в углу оставим, потом, если что, мы дальше уже... Уже более 300 жителей частных домовладений в Ленинском городском округе воспользовались услугой социальной газификации. Тем более, что процесс налажен и даже на этапе заключения договора не займет много времени. Приехал, знаете, заявление подал там буквально минут 10, на все потратил. Потом меня пригласили уже дополнительно подписать договор, тоже там где-то минут 15-20. То есть, в принципе, сама процедура, она несложная и достаточно быстрая. Подать заявку на участие в программе и получить дополнительную информацию можно и без визита в офис. Это легко сделать на официальном сайте mosoblgaz.ru и по телефону 8 800 175 75. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.